Петропавловске купить или пополнить школьные и студенческие проездные с 20 августа по 5 сентября можно будет только в кассах РКЦ. В горадминистрации напомнили, что при покупке и пополнении школьного проездного надо показать справку из школы или профучилища. Для студентов высших и средних специальных заведений требуется предъявить паспорт или студенческий билет. Телефон горячей линии по вопросам реализации льготных проездных билетов 25 23 32.